Здравствуйте, с вами Екатерина Воронченко. Ночные морозы портят картину дня, днем тоже достаточно прохладно, к тому же еще и довольно серьезный ветер. Ну а завтра на севере днем около нуля, переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, холодный 7-9 метров в секунду, и предстоящей ночью температура еще и опустится до 9 градусов мороза. В Дубосарах и Григориополе не выше 1 днем, также переменная облачность, и предстоящей ночью до 8 ниже нуля. На юге картина абсолютно похожая, минус 1, плюс 1 днем, примерно плавающее настроение у погоды, переменная облачность, и здесь без существенных осадков, ветер прохладный северный 7-9 метров в секунду, и предстоящей ночью у нас морозно аж до 8 с минусом. А вот в предстоящие сутки у нас без особых изменений. У меня на это все. До встречи.